Окружной административный суд Киева обвиняет власти в давлении. Уже вторую неделю столичная прокуратура и УБОП проводят здесь обыски. А теперь четыре судьи получили повестки в зону АТО. Они убеждены, что это месть за отмену судом решения Кабмина о приостановлении соцвыплат на Донбассе. Среди мобилизованных у судья Кузьменко, который вел дело о запрете компартии. Остальные ведут иски иллюстрированных чиновников, утверждают, что на судей оказывают давление, чтобы затянуть эти дела. Сроки их рассмотрения будут просто растягиваться, люди будут стоять в очереди. Если в нашем суде есть по штату 43 человека, в наличии 23, то какое-то количество надо забронировать, иначе суд просто остановится и не будет работать.